Первый поклон. Второй поклон. Третий поклон. Первый поклон. Второй поклон. Третий поклон. Стой. Тебя сюда не звали. Уходи отсюда. С чего это? Я хотела прийти попрощаться с Джоэн-Дженом. Попрощаться? Как смеешь прощаться с Дженом? Если бы не ты, Джен был бы жив. Кон-Джень, ты приносишь одни несчастья. 10 лет назад, если бы он не поехал к тебе, не было бы той аварии. И не было бы всей этой трагедии. Спустя 10 лет он умер, чтобы спасти тебя. Ты вправе прощаться с Дженом? Авария 10 лет назад – просто несчастный случай. А Кон Джейн, спасая брата Жуан Джена, сама была ранена. Почему ты возлагаешь всю вину на нее? К тому же, ты совсем не нравилась Жуан Джену, но ты заставила его жениться на тебе. Я думаю, и ты виновна в его смерти. Заткнись! Во всем мире. Я единственная, больше всех хотела, чтобы Джен жил. Я сделала все, что нужно. Сейчас уйди отсюда. Извини. Мне не следовало приходить. Прости. Пойдем. Mm-hmm.
Ненавижу эту Шарлотту. Их свадьба сорвалась, и она не вышла замуж за Жуань Джена. Но считает себя госпожа Жуань. Почему ты остановила меня? Я давно хотела преподать ей урок. Кон Жень права. Она не хотела портить похороны господина Жуаня. Если бы ты подралась с Шарлоттой, пострадала бы репутация семьи Жуань. Сейчас... лучше всего позволить Жуань Джену безмятежно упокоиться. Чтобы они не сказали обо мне, как бы ни ругали, это не важно. Почему ты так сидишь? Сейчас холодно. Не простудись. Панихида закончилась. Все хорошо? Шарлотта все хорошо организовала. Не волнуйся. Хорошо. Ян-Ян. Ян-Ян. Кон Жень. Я хочу вернуться в Мэйти. Поесть еду папы Куна. Когда тебе станет лучше, мы вернемся. Хорошо. Кон Жень. Что мы здесь делаем? Я помню, когда впервые пришла в Джуаньши, ты привел меня к этой стене. Ты сказал, что люди, которые рисуют тут и загадывают желания, глупые. Я думала, ты говорил обо мне и разозлилась, пока однажды не увидела здесь это.
Да. Очень глупо. Как он мог быть таким глупым? Ян-Ян, я знаю, что ты еще не принял тот факт, что Жуань-Джен ушел. Но я уверена, он верит, что ты можешь жить счастливо. Мне нужно еще время, чтобы смириться с этим. Смириться с тем, что мы двое стали одним целым. Но я знаю, он ради меня пожертвовал собой. Поэтому я не могу его подвести. Я хочу жить так, как должен. Я тоже часто о нем думаю. Я также стараюсь стать смелее. Он хотел бы, чтобы ты была счастлива. Так и будет. Кон Джень, почему ты поехала со мной в деревню Мэйти? Я не Жуань Джен. Тебе не обязательно оставаться рядом со мной. Тебе следует найти свою любовь. И в твоем будущем меня быть не должно. Я здесь не чтобы сопровождать тебя, а потому что мне нравится жизнь здесь. Тепло, комфортно. И люди здесь простые и честные. Мне тоже. Месяц спустя. Вы можете смотреть и другие товары. Это отличные парные украшения для вас и вашего парня. Сколько стоит кокос? 21. Скидки есть? Так дорого, вымогательство, мы не будем покупать. Наш кокос — это не просто кокосы. Они все освящены в храме Тяньван. Освящены? Легенда гласит, давным-давно пара влюбленных была разлучена войной. Так что, не хотите попробовать этот кокос? Возьми один. Вот. Держите. Спасибо. Сделай глоток. Приходите еще. Пока. Почему я никогда не слышала эту легенду про кокосовую пальму? Не говори так, я тоже не слышал. Пока мне не рассказал Ян-Ян. О, вот оно что. Где Ян-Ян? Куда ушел? Засранец, так быстро сдал меня. Если бы я не сдал тебя, она бы разнесла мой дом. Это называется обман потребителей. А я называю это маркетинговый ход. Бездельник, я просила тебя купить продукты, а ты тут прохлаждаешься. Сегодня ты один убираешься в кафе. Сделаю все, что захочешь. Так-то лучше. Идем домой, ужинать. Есть, мэм. Пока. С тебя половина дохода. Ты мне еще за продажу твоих комиксов не заплатил. Я уже позаботилась о финансировании. Проект продолжается. Жуаньши наконец-то возвращается в строй. Спасибо, президент Ся. Сколько раз мне повторять? Не можешь запомнить? Спасибо, госпожа Жуань. Каково настроение акционеров? Решают вопрос распределения акций, потому что вы и господин Жуань не заключили законный брак. Акционеры решают, кому передать акции президента Жуаня. Верно. Ян-Ян прямой наследник. Сначала согласись на все их предложения. Когда все будет закончено, я передам акции Ян-Яну. Хорошо. Как обстоят дела в деревне Мэйти? Хорошо. Я поеду к ним завтра. Хорошо. Верно. Теперь все за закрытыми дверьми и живут своей жизнью.
Какая им разница на людей, которые ушли? Сяолинь, откуда у тебя эти цветы? Красивые. Не трогай мои цветы. Вчера я получила их от самого мастера. Говорят, они привлекают любовь. Главное, поставить их на юго-восток. Еще веришь в это? Ну а что мне делать? Я уже готова на самый отчаянный шаг. Ты в порядке? Да. Спасибо. Шень? Почему ты здесь? Сестра. Кон Джэнь, это твой младший брат? Да, это он. Кон Шэнь, познакомься. Это Сяолинь. Привет, Сяолинь. Пойдемте есть. Шэнь наверняка голодный. Идем, Сяолинь. Увидимся. Приходите в любое время. Подожди. Откуда он только что пришел? Юго-восток. Юго-восток. Вот, отъедайте. Мы давно вернулись в деревню Мэйти. И все усердно работали. Поэтому хочу объявить новость. Мэйжие на следующей неделе снова открывается. Вот, давайте все выпьем. Вот. Дядя Кун, ты забыл? Джен не пьет. Почему ты пьешь сок? Я хочу выпить Шэнем. Я могу пить. Какой пить? Ты школу закончил? Будем пить сок. Я не буду сок. Поставлю ему. Ты боишься, что если выпьешь, у тебя будут руки трястись, и ты проиграешь мне в дартс. Да я закрытыми глазами смогу тебя победить, не веришь? Ну-ка, проверим. Да без проблем. Я первый. Быстрее. Твоя очередь. Говорил же ты, Мазила. Ты не лучше меня. Еще раз, и я смогу победить тебя. Хватит вам уже. Садитесь есть. Ладно, погнали есть. Что? Как ты это сделал? Просто повезло. Ешь. Шэнь просто нечто. Каждый раз, как приходит, оставляет бардак. Разбрасывает вещи повсюду. И ты ему потакаешь. Редко кто играет со мной в игры. Мне было весело. Шэнь будет еще играть со мной? Куда они ушли? Сказал, что с дядей Куном пойдут за соевым соусом. Дождь пошел. Я их встречу. Я с тобой. Давай.
Ян. Леви на дворе, чего тут стоите? Старик, мог подождать, пока мы тебя заберем. Если заболеешь, мы не виноваты. Да я здоровее вас обоих. А где Конжень? Почему он не с вами? О. Я вернулся за зонтиком, у меня еще дела. Не стойте тут, я пойду за Коншенем, скоро будем. Дождь прекратился. В моем магазинчике вечно выключается свет во время дождя и ветра. Может быть, система устарела. Завтра утром я могу все проверить. Ты разбираешься в этом? Конечно. Все парни должны в этом разбираться. Это легко. Дай мне лампочку. Ты такой классный. В школе за тобой, наверное, бегает много девушек. Достаточно. Но я думаю, у них детство играет. Почему не работает? Посвети. Вспотел. Свет дали. Дядя Кун, слишком рано. Что делаешь? Дядя Кун промок, поэтому готовлю ему имбирную колу. У меня руки мокрые. Налей колу в кастрюлю. Хорошо. Наконец-то мы увиделись. Фэй-Фэй? Шэн, ты тоже здесь? Да, все каникулы здесь пробудет. Ты такой красавчик. Я на пробежку. Увидимся. Хорошо. Привет, Джен. Привет. Как же давно я тебя не видела. Давай поболтаем в комнате. Ян-Ян. Прогуляемся и поболтаем. Хорошо. Ну как? Жизнь на море романтичная? Что романтичного? Я здесь работаю, вообще-то. Да ну тебя. Ты же не все время на работе. Ты живешь с Ян-Яном под одной крышей так долго. Неужели не было искры? Какая искра может быть между нами? Но есть одна вещь. Довольно странная. Какая? Иногда кажется, что он Ян-Ян. По манере общения, отношению к работе и мыслям. Он точно Ян-Ян. Но иногда проскакивают привычки Жуан-Джена. Всякий раз, когда я думаю, что он Ян-Ян, какие-то мелочи заставляют думать, что это не он. Неужели я так скучаю по Жуан-Джену, что совсем свихнулась? А сама ты как чувствуешь? Между вами просто магнитное притяжение. С ним я... чувствую себя комфортно и непринужденно. Я не могу
удержаться от желания приблизиться. Тебе не кажется, что это слишком странно? Не могли же братья зайти настолько далеко, чтобы так шутить над тобой? Ты думаешь, что они снова поменялись личностями? Было бы здорово, если бы так. Таким образом, я бы знала, что они оба в порядке. И мы смогли бы вернуться к началу. Президент Жуань, недавно... Ян-Ян. Ситуация в компании пока не меняется. По делу акций, через пару дней Шарлотта приедет к вам. Скажи Шарлотте. Акции компании я передам ей. Что касается дел компании... Меня они не касаются, но... Ведь ваш многолетний труд... Вы готовы просто отдать другим? Это компания Жуаньчжэна, а не моя. Я хочу жить так всегда и оставаться здесь, в тишине и спокойствии. Здорово же. Спишь? Шэньчжан, хватит! Ты вчера меня всю ночь донимал. Ты же в одной комнате с Ян-Яном, вот и попроси его. Президент Жуань, мы собираемся спать. А что? Стой! Ты что делаешь? Наклейте на спину. Президент Жуань, как думаете, когда я уже смогу спать не с вами, а в одной комнате с Фэйфэй? Можешь уже идти к ней. Нет, не думайте, что я пренебрегаю вами. Дело не в том, что мне это не нравится, спать с вами, просто... Я бы предпочел спать с Фэйфэй. Это трудно объяснить. Обращайся ко мне проще. Фэйфэй! Мы еще столько всего не обсудили, а ты уже уезжаешь. Где Шэньчжан? Не знаю. Утром он вошел в комнату Ян-Яна. Они болтали, и он еще не вышел оттуда. Почему я раньше не замечала, что они прям сдружились? Верно. Интересно, что же они там так долго обсуждают? Это вам. Я разделил лекарства. Там показано, как принимать его каждый день. По любому вопросу звоните в любое время. Я пойду. Я провожу. Шэньчжан, быстрее! Хватит бездельничать! Иду, иду. Шэньчжан, поторопись, Фэйфэй ждет. Помоги с уборкой. Давайте, все собрали. Шэнь, видел еду, что я принес? Увидел, как вы болтаете внутри, оставил у твоей двери. Я не видел. Я принесу. Хорошо. Беспечная. Лекарство при пересадке сердца. Пересадка сердца. Он на самом деле Жуаньчжэн. Месяца назад.
Доктор, как мои сыновья? Ситуация критичная. У Жуань Джена уже тяжелое заболевание сердца, а Жуань Ян Йон, мы не смогли его спасти. Но мы выяснили, что их сердца совместимы. Ранее Жуань Ян Йон подписал соглашение о донорстве органов. Если операция по пересадке пройдет успешно, у Жуань Джена есть высокий шанс выжить. Если согласны на операцию, подпишите документы как можно скорее. Дядя Кун. Это видео Ян Ян записал для тебя после того, как согласился стать донором. Сын, будь это ты, ты бы поступил так же. Так что не вини себя. Тут нет ни правильного или правильного решения. Малыш-кабачок, малыш-кабачок. 7 цветочков на лозе. Жуань Джен, помнишь эту песню? Это был наш любимый мультик в детстве. Ты тогда сказал, что тебе больше всего нравится 6-й малыш, потому что он невидимый. Так он мог прятаться ото всех и получить настоящую свободу. Я всегда смеялся над тобой. Потому что думал, 3-й малыш там самый крутой и мощный герой. А потом мы выросли. Много чего произошло. Ты стал превосходным президентом Жуанем. А я? Я просто никчемный парень без имени. Ты стал крутым, как 3-й малыш. И я стал невидимым 6-м. Я знаю, ты всегда чувствовал вину. Но по чесноку у меня нет к тебе ненависти. Зачем мне это? Когда мне приходили твои фотографии, я всегда изо всех сил старался подражать тебе. Тогда и понесло, думал, вернусь и отомщу тебе. Но время шло, и я понял. Желание мести не принесло радости. И я просто скучал по тебе. Смотрел на фото, представлял твою жизнь там. Я думал, вдруг ты стал тем, кого я совсем не знаю. А еще думал, интересно, в свободное время думаешь ли ты обо мне? Но когда я наконец вернулся, я убедился, ты меня не разочаровал. Ты все тот же, скучный парень, который прячет все свои чувства и никогда не расскажет о них. Ты тот, кто будет добр к другим. Но ты очень жесток самому себе. Правда, какой же ты дурак? Ты использовал такой подлый способ меня вернуть? Тебе надо защищать Жуаньши и Конжэнь. Как ты можешь все это оставить? Ты когда-нибудь жил свободно? Продолжай лечение. И верь, надежда все еще есть. Я подписал форму для донорства органов. Надеюсь, мои органы смогут помочь другим в будущем.
Уверен, что скоро мы сможем дождаться подходящего донора и для тебя. Ты забыл? Малыши-кабачки объединяются в одно целое и становятся суперсильным героем. Жду тебя. Я не позволю тебе снова страдать одному. Разделю с тобой все. Будем управлять Джуаньши, заботиться о папе. Но, Кон Джень, это только твоя ответственность. Папа. Я буду жить хорошо ради него. Thank you.